Почему он решил уехать, не знал никто. Просто позвал оператора и товарища. Первый должен был снять, как второй уносит его вещи. Таких было мало, всего три. Ночной горшок белый, северная пальма и персидский ковер. На вопрос, а зачем отдавать такие нужные вещи, сказал громко. Надоели! На следующий день он собирал чемодан. Всем сказал на Кубу. Но всех не проведешь, все за Киев редко выезжали. С собой он решил везти мяту, сахар и явку. С последним подсказала классика.